Приветствую всех, кому интересна тема иконописи. Вот одна из моих ученических работ, она праздничная, с красной опошью, одна из трех работ, которая участвовала в православной выставке. Вот год ее создания, 2012. Икона Николай Чудотворец. Славный образ. Сейчас покажу, на какой образец я ориентировалась, чтобы передать эмоциональный посыл иконы. Цвета, считаю, выбраны не совсем удачно. Вот фон у меня набран глухо. Вот образ, на который я ориентировалась. Золотила я без полимента, хочу сказать, на желатин нимб. Творенным золотом были украшены одежда, надписи. Не повторяйте моих ошибок, лучше красочный слой нанести и дать ему просохнуть. Внешне иногда кажется, что краска высохла, но на самом деле лучше день подождать. Или если сухая кисть, то можно несколько слоев, конечно, набирать в течение дня. Но если влажно набираете, то лучше, конечно, работу отложить на следующий день, чтобы не случилось кракелюра. Из лишнего какого-то блеска, в общем, очень хорошо ровно легла олифа. Вот, славно. Олифу, конечно, лучше наносить. Вообще, когда я купила олифу, она была у меня новая. И, в общем, есть разница, олифить старой олифой или новой. Сейчас я покажу потом. Вот. Вот этот производитель. Мне нравится этот производитель. Хотя фоном я не очень довольна, но в тот момент я еще набирала такой фон очень плотно, хотя хотелось каких-то вот полупрозрачно, но полупрозрачно.